Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Миньон. Привет! Но он на самом деле подсматривает мой экран. Мы решили зайти в одиночку и сейчас покажем вам один лайфхак, трюк. Короче, гриф, да? Наверное, это гриф называется. Манон, смотри, знаешь, что делает линза бурения? Да. Положи. Она бурит. Она бурит, правильно. Ты можешь выстрелить и сломать любой блок. По сути, эта штука на многих серверах пофикшена, и в чужих приватах у вас не будет ломаться этот блок, потому что, ну, пофикшена. Хотя, может быть, где-то и не пофикшена. Но что мы сегодня покажем? Смотри, нам нужно взять, одеть кольца какие-нибудь, мана какая-нибудь нужна, но это не суть. И микропланета нужна. Она крафтится из вот такой планеты, получается у нас bubbles. Ну, то есть одевать можно фенечка, это получается uh-huh. Что медалька, да? Вот так вот. Что делает микропланета? Она притягивает различные, получается, проджектайлы, а именно эти, как они называются, бимы, да, получается, из ботаники. Что будет, если я сейчас выстрелю, давай на примере, наверное, Земли, да, покажем. Так, поставим ее обратно, то я потерял уже куда-то. Вот, выстреливаем, смотрим, и вокруг меня начинает кружиться этот выстрел. Видишь, вот частички, да, такие небольшие, вот я так подхожу, и... А, он уже прошел, наверное, да, слишком долго я. Хоп-хоп, выстрелил, примагнитил, сломал раз, сломал два, можно запрыгнуть вот так вот в яму, и пошел ломать. Ну все, видишь, она пропадает со временем. Да, что можно сделать? Смотри, мы, получается, подходим к чужому привату, выстреливаем этой штукой и бежим к сундукам к чужим. Ну, ты понял, да? Просто вот так вот можно собирать чужой лут, чужие припасы на чужом привате. Вот, смотри. Давай попробуем сейчас на прочность. Я еще не проверял, мне самому интересно. Да, сундук, это понятно. Так, реакторы ломает. Ага. А супер прочные блоки и обсидиан, видимо, не ломает. Но все равно, да, даже если сундуки сломать на чужом привате, я думаю, это... Ну да. Если поближе подойти, нет? Ну да, плотные блоки не ломает. Вот такой вот гриф мы вам показали. Подписывайтесь, ставьте лайки. На наших серверах все это исправлено. Можете приходить играть. Ссылочка в описании. Все, пока. Пока. Я пошел разбирать лут, кучу панелей. Украл? Что скажи, надюпал. У себя украл. У себя украл.